Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником! Сегодня день празднования Владимирской иконы Божьей Матери. Владимирская икона называется потому, что в 1155 году сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский принес эту икону во Владимир, в Успенский собор, который он сам построил. От иконы являлись многие чудеса, среди которых чудесное, всеми известное избавление земли русской от хана Тамерлана. Мы помним, когда икона по просьбе духовенства была перенесена в Москву, и перед которой совершались в тот период, когда Тамерлан уже подошел к земле Рязанской, коленопреклоненные молитвы, то Богородица явилась Тамерлану во сне и приказала покинуть пределы земли русской. И по традиции отца Амвросия я хотел бы исполнить тропарь перед иконой, Владимирской иконой Божьей Матери. В ней светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную воспримшей владычице, чудотворную твою икону. К ней же ныне мы притекающие и молящиеся тебе взываем сице. О пречудная владычице Богородице, молися из тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, и вся града и страны христианские невредимы от всех навет вражих, и спаси души наши яко милосерд. Давайте же сегодня, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери, послушаем песнопение к Богородице прилежно ныне претецем, музыка Архангельского. Thank you.
Мы с вами послушали песнопение к Богородице прилежно ныне претицем, музыка Александра Архангельского. Братья и сестры, всех еще раз сердечно поздравляю с праздником Владимирской иконы Божией Матери. Также хочу поделиться радостной новостью, то, что батюшка стремительно идет на поправку, и в самое ближайшее время, с Божьей помощью, он вновь будет с нами. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш блог в YouTube. И еще раз хочу вас всех пригласить в театр «Золотое кольцо» 27 ноября. Там прозвучат песнопения Рождества Христова. Это своего рода будет заговение на пост. Также в честь накануне прошедшего дня памяти святого Иоанна Златоуста прозвучат песнопения Божественной литургии святого Иоанна Златоуста и песнопения в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Билеты на концерт приобрести очень просто. Достаточно перейти по ссылке, которую вы видите перед собой ниже, либо вы можете найти ее в текстовом описании к этому видео. Билеты пока есть, стоимость вполне реальная, билеты от 500 рублей, ну, самые дорогие для тех, у кого есть возможность, 1500 рублей. После концерта, я думаю, что все желающие могут прийти к нам в гримерку и пообщаться с батюшкой Амвросием. Ну, на кого батюшки не хватит, может быть, я пообщаюсь, если захотите. Храни вас всех, Господь. До свидания.